Ой, бля, короче, веселье. Всем здрасте. Сраная музыка мне в ухо орёт. Сейчас потише сделаю. I've been welcome aboard, Miss Click is still not here. Блядь, где-то бананы. Мисс Клик, Ливис, Кенни, welcome on board. I'm just finishing a small stuff for now. Я не знаю, короче, во что поиграть. I don't know what to play today. Я хочу сегодня на стриме попробовать либо Transfer Fever 2, либо City Skylines. I will be streaming Transfer Fever 2 or City Skylines today. Maybe two games. Both. So, I'll start in a few minutes. Так, сейчас она у меня грузится. Thanks for follow, guys. Sorry, but I have a Russian city Skylines. I'll choose a random city. Ну, короче, City Skylines у нас сегодня и рандомный город. Я, правда, не знаю, какой выбрать. Наверное, игру чуть погромче сделать. А, она и так громкая. Так, надо название сменить. Ну все сломанные. Так, тихо.
Я придумал. Во. Идеально. В смысле, соединение разорвано. Так. Карелия Петрозаводск. Откуда у меня этот мод? Чё-то не помню, что он у себя включает. Если честно. Так. А, я понял, сейчас. Я хочу какую-нибудь классику. Сработает ли? О! Идеально. Короче, возможно, две игрушки сегодня будет, возможно, одна. Посмотрим по активу, что будет вообще на стриме. А, блин. Да что так долго сегодня? Бла-бла-бла-бла-бла. Так, короче, поехали. Сразу расширяться. Пойдет. Сейчас я только Уртонин час перезагружу, а то ему что-то плохо стало. Да ёлки-палки. Во. Так. Поехали. Не то ща. Так. Все, короче, я придумал. Ща. Так. Хэштег я учусь.
если что. Так, нет, стой, подожди. Так. Верно, так. Давай вот так. Или все же лучше по-другому? Да пусть вот так будет. Так. Это все сносим. Так, музычку я там на заднем плане оставлю все-таки. Если она меня отвлекать не будет. Так, я думаю, что надо запасом сделать вот так. Так. Сразу закладываем. Так. Светофор тут сразу убираем. Значит, это стопорить будет. Так, а что здесь одна сторонка, что ли? Ебать, я одна... Извиняюсь, я одну сторонку сделал. Так, здесь светофоры сразу убираем. Это скоростное движение. Так. Так, раз, два, три. Ну, здесь вернулся, если что, только может быть. Раз. Раз, два. Раз, два. Так. Давай-ка продолжим дальше строить. Пойдем до сюда, пока для начала. Дорогу здесь пустим. Здесь продолжим, заложим спальные районы. Так. Где это заложить вот так? Не знаю, что я делаю, но это импровизация. Сработает ли?
маловато немножко. Так. Коммерция вот сюда. Начнем отсюда. Так. Так. И вот так примерно соединим. Так, здесь больничка, школа и так далее, вот это все сделаем. Так, вода. Так, это какая? Это водонасосная. Начнем отсюда. Кашки сливать вот туда. Примерно вот так. 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 И вот так. Еще можно вот так притянуть для закрепления. Так. Где-то вот сюда водонасос поставить. Так, все, водичка есть, электричество. Где тут оптимальный ветер? Так, восьмерка. Восьмерка. Вот сюда как раз восьмерка. Так. Шоссе как раз продлеваем. Да. Импровизация подобие Дубая получается. Так.
Можно, кстати, по приколу сделать вот так. Соединить. Ну даст? Ты смотри, как... Так, что мы там строим еще? Больничку давай поначалу сделаем вот здесь где-нибудь. Пожарку сюда и участок вот сюда. Так, и начальная школа. Ну две пусть, наверное, хватит. Возможно, нужно будет сделать себе линию какую-нибудь. Типа отсюда вот сюда, соединяющий этот район. Ну чё, запустим, посмотрим, что это будет. И может мини-парк какой-нибудь вот сюда построить. О, поехали. Ой, я аж электричество не провел. Так, знаешь, ну посиди себе, Света, и посиди себе, чё бубнить-то? Так, во. Все, электричество есть. А, мне же еще в тот район тянусь. Ёперный театр. О. Так, хорош звенеть тут. Так, музыка в игре, отключись, пожалуйста. У меня своя музыка. Спасибо. Так. Так, шкалка вот здесь, да? Нет, это не шкалка. Так. 6 человек уже ходит сюда. Отлично. Да хорош звенеть-то. Мне в ухо. Так, а что, район коммерции? Вроде застраивался еще только. Давайте посмотрим. Так, тихо. Электричество не вывозит. Давай еще одну. Так, завод уже начали строиться. Так, так.
надо апгрейд сделать. Вот так. Чё, опять электричество не вывозит? Я соединился к SimCity. Without мультиплеер. Так. But multiplayer could be with third party modification, I guess. Gameplay is familiar to SimCity. Да ёлки-палки. Во. Вопрос, как куда все какашки будут уезжать, я не знаю. А, я придумал. Так. Так.
Или я загнул слишком сильно, я не знаю. Так, короче, здесь район всяких выбросов будет и так далее. Так, я немножко туплю и молчу просто, потому что здесь работала, кипит, и я что-то залип, извиняюсь. Так. Просто армия мусорщиков едет. Так, единственное, что мы сделаем... Боже мой! Армия на разборке едет. Так. Единственное, что мы запретим вот здесь парковаться на главной улице. Значит, а потом проблематичным будущим будет. Все. Может здесь общественный транспорт соединить. Так, его надо построить где-то рядом. То, что меня в ухо орёт, что все постоянно. Потише сделал музыку на заднем плане. Сори. Так. Так, остановка. Так, 2, 3. Так, здесь мы немножко систему перестроим.
Так, электролиния на время до свидания. Чтобы трафик ускорить, нужно немножко перестроить. Черт, здесь парк мешает. Так. Здесь изначально немножко идея была перестроить вот так. Так. Надо парк перенести еще поближе к народу. Так. Так. И вот это еще немножко переставить. Так. Во. Теперь немножко разберемся с... Светофоры везде, до свидания. Это скоростное движение, здесь светофоры не должны быть. Так, приоритет на кольце. Здесь уступить дорогу. Здесь приоритет, здесь уступи. Здесь приоритет, здесь уступи. Здесь приоритет, здесь уступи. Здесь приостанавливается. Здесь приостанавливается. Здесь приостанавливается. Здесь приостанавливается. Надеюсь, оно сработает. Так, автобусный маршрут там умер, я так понимаю, да? Так, там кому-то водички не хватило. Смотрим. Ой, я забыл электросеть вернуть. Вроде оно сработало. Можно здесь квартал жильем-то делать. Пойдет. Так, вроде оно работает, да? Так, вопрос, а что вы тут копитесь? А, я же забыл, что я стоп поставил. Так, здесь вот просто уступить дорогу. А, еще мы разрешим им
перестраиваться и следовать. Overpass, overpass, так, overpass, overpass. Так, здесь переходить нельзя. Здесь переходить тоже нельзя. Так, вот здесь меняем. Здесь переходить нельзя. Здесь даем возможность людям не притормаживать. Здесь перехода убираем вообще нафиг. Нафиг на скоростном движении переходы нужны. Пока мы немножко с перестроением поменяем систему. Здесь только прямо. Здесь только прямо. Дальше. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Здесь уходим только сюда, в эти ряды. Так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ой, самый геморный процесс начался, ребята. Так, здесь уходим только сюда. Так. Фу. Так. 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 Кольце, я не хочу это все делать, но у меня лагать просто начинает. Так. Ну, здесь объективно, там уже можно не приделывать. Ну-ка, посмотрим, сработает ли оно. Так, вроде пока работает. Пробок не особо. Так, зона под коммерцией, я так понимаю, вся забита, да? Давай вот здесь добавим. И вот здесь пару кварталов. Канализация. А чё, она к электричеству не подключена была? Так, вроде работает.
где там школа была? 166 здесь. А вторая? Куда я вторую построил? Вот вторая. 152. Так, мне кажется, уже вторую можно строить. Высшую школу. Здорово, Вась. Мы тут немножко городостроением занимаемся. Так, а чё так много автобусов катается? Я не понял. 24 автобуса. Ребят, что-то бюджет слишком сильно уходит на автобусы. Давайте мы немножко уберем. Это прям невъебически много. 24 автобуса на линию. Условно, где... Ну, 70 раз в неделю. Вопрос, а зачем он уезжает туда? И в смысле? Что он здесь-то забыл? Почему он здесь разворачивается? А! Бляха, я потому что изменил движение. Потому что с этого ряда только сюда можно уходить. Все, он ожил. Я-то думаю, еще так много автобусов катается. Так, а вот тут какая-то пробочка началась, образовывался. Здесь светофоры мешают. Он начинает всех стопорить. Давайте запретим ходить вот здесь. И переходить вот здесь. И разрешим следовать друг за другом. Так. А здесь почему... Автобус здесь все стопорит, я понял. Так. Вообще, по-хорошему, остановку здесь надо убрать. Так, а почему он по кругу начинает кататься? Это неисправное движение? Да, это неисправное движение. Все, теперь оно исправное. Сейчас он оживет. Во. Все, маршрут теперь адекватный. Так, сюда вода требуется. Вот так прокинем. Так, и здесь квартал без воды почему-то. Вот так прокинем. Чисто все застроилось. А почему электроэнергии нету? Не вывозит, что ли? Давай вот так. Попробуем. Ага, прокатило. Так, оно требует расширения. Давай попробуем квартал расширить до вот той стороны.
так. Мы полностью остров закроем с этой стороны. Так, стоит продлить улицу дальше. Так, а мне немножко парк мешает, я понял. Так, давай сдвигаем. Сдвигаем. Да недалеко уехал-то, что вы в самом деле-то? Я вот тут немножко земельки добавим. Так, сразу воду прокидываем вот сюда, по улице. И вот так, чтобы забыть о ней, как кошмарный сон. О, хата горит. А я говорил, не надо покупать хреновые... Ой, господи, хреновые фейерверки на праздники. Роскомнадзор даже об этом говорил. В итоге хата у кого-то горит. F. Так. Недостаточно рабочих. Ну, ребята, извините, квартал что только-только заселяется. Ёлки-палки, как фигачит. Давайте разделим районы. Так. Какая-то специализация не подходит особо. Так. Здесь бы не помешало тоже пожарный депо поставить. Так. Ну, в принципе, вроде что-то получилось даже, скажите. Опять электроэнергии нету. Ёперный театр. А вот дамбу построим. И там мой район дальше будем делать. Чисто вот такого формата. Можно ли проапгрейдить дорогу на ней?
Нет, нельзя. Жалко. Сначала вот здесь можно будет заложить район. Типа вот такой импровизации. Так, а что по электроэнергии? Вот. Закинуть надо. Еще только 2,7... 2,7 тысяч за час мы сделали. Я предлагаю город понемножку начинать сдвигать в эту сторону. Типа вот здесь это будет основной центр огромных высоток. И вот туда дальше сдвигать окраины. Посмотрим. Будет ли сейчас коммерция застраиваться здесь? Автобус использует 133 раза в неделю, получается. Так, пока дела идут не особо весело, но пойдет. Так, заводы. Под заводы можно, конечно, сделать еще одну линию, скорее всего. Так, тихо. Так, у меня есть идея. Типа вот такого подобия. Смотрим. Чё, прокатит ли? Так.
Чувствую, надо еще один этот район начинать строить уже отдельный. Ребята, всем здрасте, кто только подключился. Мы сегодня играем в знаменитый строительный симулятор, называется City Skylines. У меня со всеми DLC, я все купил на распродаже. Скажем так, хэштег я учусь пока что. Кое-как я это сейчас все дело пилю. Так что сильно тапками и бибы не кидайтесь, пожалуйста. Так, а почему с электричеством все так плохо? Да, не, вроде нормально. Можно, знаете, что попробовать сделать? Автобусную линию. Она пойдет отсюда. Пойдет по окраине. А, уже крематорий надо строить. Понимаю. Так, вопрос, где мы его построим? Давай где-нибудь вот здесь на окраине. Сейчас зятьки уже выезжают. Ну и, короче говоря, оно пойдет вот так к заводам. А, где-нибудь вот здесь разворотную. Пойдет обратно вот здесь. Или как-то вот такого формата. Ну, у меня получается здесь раз съезд, два съезд. Два заезда обратно. И вот такая параллелка идет. И плюс еще дублеры для ускорения. Трафика здесь сейчас небольшой, поэтому я думаю, что нормально. Оно вывозит. Плюс я разрешил народу здесь не тормозить и убрал все светофоры. Кстати, парковаться здесь нельзя. Вы что тут думали, ребята? Это скоростное движение вообще-то. Фига, просто взяли линию, забили, смотрите. Вот эта часть, она должна быть без всего. Без всяких ограничений и так далее, парковочных. Никто не должен загораживать. Так, это чё, куда это он едет? Магазин на углу. Фига тут угол. Народ тут уже потихоньку заселяется. И паркуется на автобусной линии, понимаю. А, не. Но формально на автобусной линии остановились. Так, это что, умер кто-то? Образованных работников. Так, а что, я же высшую школу... 715. А, слушайте, а может универ, наверное, уже просто пора строить. Так. А, вопрос, куда построить универ? Ну, наверное, на окраине где-то должен быть. Вариант только его пихнуть куда-то вот сюда. Все. Сейчас наконец-то нормальное образованное население будет. Есть уже кто зачислился? 7 человек. 8. Все, сейчас потихоньку обучение будет. Так, а вот только что-то скорее, походу, не справляются. Так,
Скорее всего, придется уже нормальную больничку сюда пихать. Так. Давайте баньку построим мы. Вот здесь как раз место есть. И спортзал. Вот сюда. Общественный бассейн можно вот сюда, например, куда-нибудь. Ну чё, посмотрим, прокатит ли. Только дырки в бюджете образовались. Так, наверное, поликлинику надо вот сюда поставить. Так. А чё, все резко короны, что ли, заболели? Смотрите, медиков просто понесло. Электричества резко стало не хватать. Так, а самое такое мощное место есть где-нибудь? На двенашку, например. На 7 только. Так. Максимальные расходы у нас на что идут? На медицину. Чуть убавить. 90 поставить. Хотя наоборот, надо было прибавлять. Но сейчас они быстро все вывезут. Anyway. Так. Я предлагаю начинать перестраивать вот здесь район. Мы это полностью сносим. А, я еще деловую зону могу построить, я совсем забыл об этом. Так, мы берем и потихоньку начинаем вот здесь перестройку. Так, здесь уже начинаем строить высотки. Здесь уже район высоток у нас будет строиться. Так. Работает? Так, вроде оно вот так работает. Коммерческую. Так, еще один район начинаем застраивать вот здесь. Нет, даже вот здесь.
Компенсируем потерянное жилье. Таким вот образом. Мне кажется, вот здесь в центре как раз и можно по деловую зону сделать. Вот эту улицу. Типа маленькая Москва-Сити. И вот здесь немножко. Так, потихоньку начинаем сдвигать город, расширять его. Потерянную коммерцию мы перемещаем вот сюда. Вот таким вот образом. Так. Можно немножко вот здесь еще коммерции переделать. Даже нет, уже вот эту улицу переделать под более массивную коммерцию. Посмотрим, прокатит ли. Сейчас будет массивная перестройка. Городу сейчас будет очень немножко больно из-за этого. Нет. Деловой центр там быстро стал появляться. Так, вроде оно прокатило. Так, мне кажется, нужно уже строить что-то более мощное. Так, солнечная электростанция. Изи. Все, город растет снова. Так.
Разделим. Да, вы что, охренели там? Давай-то. Низкая цена земли. Мы можем вам сделать небольшой сквер. Вот, давай ботанический сад вам построю здесь. И вот сюда, ребята. Все, сразу кольцу больно стало. Тут надо уже начинать расширять. Так. Придется сам оставить. Сорян, ребята, но выбора нет. Так, медицина. Финансирование вернуть придется. А чё, канализация резко умерла? Ни хрена себе. Почему? Это что за баги игры-то пошли? Странно. Давай вот так попробуем. И резко перебой с... Я только что нормальную станцию построил, ребята. Возить должно. Так. Чё резко все умирать-то начали? Давай нормальную больничку построю. Так. Здесь место под... Кварталы уже. Коммерции надо сдавать. И ребятам переезжать слегка. Фу. Так. Маленький Собянин, ёптвою. У меня тут получается. Так. Чё, часик мертвый что ли? Напишите кто-нибудь, скажите, что все хорошо. Или вы тоже залипли вместе со мной?
Сдаемся под коммерцию. Так, а вот здесь дорогу провести можно вниз? Да. Изначально так и надо было делать. Что-то я, по-моему, все перепутал наоборот уже. Так, хата горит. Сентябрь горит. Так, мне кажется, здесь уже можно полностью под высотки сдавать. Так, давай-ка. Ребята, вы немножечко переедете в соседний район. Потому что мы здесь уже открываем метрополисы. Так. Поехали, смотрим. Сразу чутка проблемы решили. Смотрите, сразу сколько народу стало заваливаться в город. Так, а что здесь? Здесь пустота, да? Да, вот здесь линию высоток тогда тоже организуем. Раз уж дело тут такое. Сюда пару высоточек, сюда. Ой. Кинематографическая камера, свободная камера. Я даже не знал, что они тут есть. Опять же, хаты требуются. Что, нам расширить вот здесь? Так. Вот здесь поставим жилые. Так. Здесь жилое. Так. Вот здесь сделаем ряд тоже уже высоток. Так. Вот это убираем. Делаем вот так. И вот эту улицу еще застраиваем высотками.
Ребята, можно сделать небольшой подарочек в виде детской больницы вот сюда. Вот сюда. И баньки. Бля, не построить. Баньки вот здесь. Сейчас больно городу будет, смотрите. Сейчас придется транспортную систему перестраивать вот в ту сторону. Вместо дамбы проводить два моста. Прокидывать. И начинает вот эту часть застраивать уже жилую. Так, менты не справляются, да? Чирагу, кстати, вот сюда надо построить. И главное управление полиции вот здесь сделать. Еще немножко расширить улицу. А чем место заняться? Спортзал. Давай его сюда переставим. Значит, тут транспортный коллапс постоянный будет. Здесь в любом случае расширить надо. Это я все перепутал, по-моему. Хватит уже перестроек. И так уже посносил. Теперь надо вот там строить. Так. Так, вот здесь красиво все, отлично. Чтобы оно использовало только тут дорогу.
И начинаем закладывать окраины. Вот так. Фу. Все. Так. Так, а что вода? Вот правда нету. А что, учебных мест, что ли, не хватает? Почему деловой район пустует? Пятьдесят два. Что, еще не все закончили универ, что ли? Вернее, высшую школу. Работает. Нифига себе, мед несется. Это же у нас отдельный район получается же. Мы его вот так берем и закладываем. И вот это просто район отходов и так далее. Пригород. Так, ребятки, немножко придется налоги поснимать с вас. По бюджету все очень бедненько.
начальной школы доступность. Чё ж вы сразу не сказали? Придется одну вот сюда поставить. И вторую вот сюда. Высшая школа. И вторая вот здесь будет. Библиотека. А что, есть возможность все построить? Так, го, построим. Что-то все скорые и менты-то носятся по городу, нифига себе. Да, с учебными вопросами тут все как-то очень печально. Вот ребятам здесь немножко подними удовольствие. Расходы на медицину приличные. Немножко оборот придется сбавить. Наоборот. У них наоборот сейчас все очень плохо, как-то придется наоборот возвращать. Немножко убавим тогда на воду. Вот на это дело. Пандемия бюджет урезал. Так и живем, Вась. Так и живем. Так, а что-то все как-то с доступностью. Так. Уход за пожилыми надо построить, походу, да? Вот это место. Центр. А, господи, а куда его сунуть-то? Места тут вообще нету нигде. Вот здесь есть только. Я не понимаю, скоро все шелестят по пробкам? Так у меня не сдохли, у меня наоборот. Именно больнички нужны. Здесь в этой игрушке принцип такой, что повышается бюджет, тогда повышается количество транспорта.
Используемого. Так, оно просит, чтобы я уже расширял коммерцию. Так. Ну давай коммерцию вот здесь и выстроим тогда. В этой части. Так. Немножко больше коммерции стало. Я вот мусорщиков вот здесь специально отдельно построил, чтобы они по пробкам не стояли. Они просто тихонько приезжают, объезжают город и уезжают обратно. С мусором здесь, кстати, не справляются. Вроде, кстати, красивый довольно городок получается. Вот здесь, например, можно парковую зону сделать. У меня есть идея попробовать вот здесь немножечко продлить улицу. И... Так, вот здесь сделаем две главные, которые пойдут вот так. Вот так. Короче, вот здесь коммерческую зону будем строить. Все всякие там заводы и так далее. Слушайте, а у меня же этот Mass Transit DLC же есть. Или нет, или как оно должно называться? Который, типа, можно всякие цепочки производства строить. Типа, можно попробовать поиграться с ним. Например, ферму там какую-то построить. Пока вот эту всю зону первоначально вот здесь организуем. Посмотрим. Сейчас, надеюсь, народ начнет приезжать и здесь строить. Потому что я уже мне туда заводы расширять там негде. Потом придется как-то вот здесь оставить. Когда бухой сосед на свою тёлку кричит. Так, вот здесь немножко продлим коммерцию. Вот так. Так, ну что, завод здесь будут строиться или нет? Или это недостижимая зона?
Так. Вот так. Покрываем. Так, придется сделать совсем не очень хорошую вещь, которую... У меня просто выбора нет. Раз, два, три. Вот здесь начали строиться, отлично. Это уже не пустая зона. Прокидываем воду, как обычно, вот так. Вон, народ начал заезжать уже. Смотри. Да, деревья тут, конечно, поумирали. Хотя бы пусть на вертолетах это будет все вывозить. Ну и сюда же еще один крематорий. Кладбище и крематорий надо построить. Так, центр уже в пробках стоит. Так, а что, с водой что-то не так? Ой, твою мать, я понял, в чем дело. Оно говно начало засасывать. Я так думаю, почему все начали заболевать? Там говном по течению потянуло. Давай лучше водоочищалку будем строить. Я отказываюсь от вот таких вещей. Я думаю, откуда постоянно. Ну сейчас хотя бы с медициной вопрос будет кое-как решен. Тут похоже, что тот же самый формат, да? Так,
Мне кажется, здесь дорогу можно провести. Чтобы они не ездили туда-сюда. Так, а здесь канализация, что ли, теперь не вывозит? Я не пойму. Так, мне кажется, здесь можно уже немножечко район изменить. Извините, но мы вас выселяем. Точно так же, как и вот этот, вот эту улицу. Так. Здоров. Это City Skylines называется. Так. То же самое название в категории стримауме. Сейчас я окно закрою. Короче, перестраивать улицу. Короче говоря, мы вот это сейчас обычный район у меня. Где обычные дачи и так далее. Я это буду дело сейчас сдвигать, перемещать вот эти все дачи вот сюда, в этот район. То есть буду сдвигать центр. И расширять обычными высотками. То есть мы сейчас выселяем отсюда народ. Так, коммерцию. Одну улицу вот здесь под коммерцию убираем.
Так, здесь чистая коммерция будет. Мне уже скажите еще по громкости, нормально? Или там что-то убавить, добавить надо? И теперь вот этот все жилой квартал, мы сдвигаем его вот сюда. Ну, короче, аналог SimCity, только с большими возможностями. Благодаря тому, что у меня есть этот, всякие DLC, всякие крутые возможности. Тут столько возможностей, что мне на словах трудно писать. Тут всякие, можно транспортные системы строить города. Может, я хоть рублевку целую построюсь. Политические правила для районов задавать. И куча-куча всего. Так. Все, народ переселяем вот сюда. Так. Сюда надо еще и школы воткнуть, и университеты. Потому что я чувствую, что этот район расширяться будет очень быстро. Да, эти мини-клетки, тыкать по ним. Фу, все, я задал тут. Ну, по факту, если Sims со всеми DLC, он примерно такой же по уровню детализации, как как City Skylines, на самом деле. F, однако. Так. Так, начальный шкил вот сюда ставим. Так, высшую школу вот сюда втыкаем. Смотрим. Сейчас будет очень больно городу, смотрите. Сейчас будет массовая перестройка. Ой, стой, я забыл. Здесь надо улицы перестраивать. Чем занято? Начальное шкило. Вот сюда. Популярный магазинчик на углу. Просто боги маркетинга вы, ребята. Чуть-чуть принес. Чего вы возмущаетесь-то? Так. Все, вот здесь улучшили дорогу. Все. Смотрим, как это все перестраивается. Больше не трогаем.
Так. Здесь надо прокинуть воду. События не как кошмарный сон. Так. Ну, вроде оно работает. Едрить там трафика несется. Бля, ты у нас ночной житель, Алластер. Так, а чё? А почему здесь питания нету? Я не понял. Так. Расширяем район. Я, кстати, Sims, может, постримлю на канале. У меня есть пару идей. Попробовать. Января поздравляю до сих пор СНГ, понимаю. Вот, кстати, с медициной вопрос быстро решился. По ночам пусть отдыхают. Вот сейчас должен быть уже плюс в бюджет, смотрите. Вроде бы что-то красиво получается сделать. Даже несмотря на то, что город имеет символическое название Рукожопинск. Так, вот здесь не закрыл клетки. Так, здесь транспортный вопрос надо решить. Что у нас здесь? Почему народ здесь тупит? Здесь светофор есть? Да, здесь светофор здесь есть. Вот на этой улице оно не нужно. Мы делаем как? Мы распределяем. Приорити здесь, приорити здесь. Здесь уступают, здесь уступают. Приорити здесь. Здесь уступают, здесь уступают. Приорити, приорити, уступи, уступи. Приорити, приорити, уступи, уступи. Приорити, приорити, уступи, уступи. Приорити, уступи, блядь. Уступи, сказал. Да не порти ты. Вот. Здесь главное. Здесь уступают. Вот здесь народу разрешаем ехать без остановки. С этих двух сторон. А не перепускать по одной машине. И вот очень простой вопрос решен. Понимаю. Знал бы ты, какого я зачатал, когда запустили эту заставку. Когда я только-только пришел на стрим. О, кстати, 9к бюджет, смотрите.
Так, а может новый коммерс открыть пока что? Так, что бы сделать? Что бы сделать? Рискнем. Добавим немножко складов. Вот здесь немножко складов. Вот здесь по-хорошему бы уже окраины сдвинуть. Так. Чё мы можем... Чё ещё можно сделать? Может, лучше пока не трогать? Так, а в этом районе... Ну а что у нас есть места? Можем немножко переиграть. Смотрите, короче, мы берем дорогу, расширяем вот здесь. Мы ее убираем, вот так прокладываем. Мы ее ведем вот сюда. И мы выигрыш на дополнительное место. Для того, чтобы... Магазинчики построить. И склады всякие. Только мы будем уже строить крупные. Не вот эту всю мелочь пузатую. А играем по-крупному. Во. Поехали, смотрим. Единственное, кстати, Самурая Джека, и вот пятый сезон, я вот с ребятами как раз пересмотрел вчера. Я вот, наверное, я не знаю, сколько сезонов я смотрел. Наверное, первые три. Че, не отпускает до сих пор, да? О, все, обратно в минус пошли. Понимаю. А что у нас по транспортной системе? 231 в неделю. По 200 пассажиров? Вы угораете? Вы что, а вы реально угораете? Четыреста пассажиров на линии. Надо метро выгружать. Я понял. Так, смотрим примерно расположение вот этого всего добра. Смотрим. Я так понимаю, тупит у нас именно вот эта вся коммерция, поэтому надо построить метро. Я понимаю, что для 11к жителей это может быть маловато, но мне кажется... Оно уже того стоит. По 400 пассажиров на линии. Ёперный театр. Ужас какой.
Так. Ну вот, заведем линию вот сюда. Автобус они тупо не вывозят. Попробуем вывести это с помощью линии метро. По ключевым объектам. Помянем. Советую посмотреть ошибки в этом Windows логе или журнал, как он называется там. Так, ну что, смотрим метро. Метро уже начало забирать для себя. Я надеюсь, все-таки прокатит. Либо же автобусы здесь разделились на разные линии. Так. С автобусами мы это разделим. А почему оно там разворачивается, не понимаю. Сейчас я посмотрю. Так, и теперь второй маршрут. Мы его пустим отсюда. Он будет привозить пассажиров к метро. Бля, сложно, однако. Так, автобусное депо номер 2 придется вот здесь построить. Посмотрим, вывезет ли оно. Сто гигабайт? Господи, это что вообще? Исправил кусок. Так, общественный транспорт.
Начинает окупаться. Мне кажется, народ, который сюда заходит, он просто выходит, понимаю, какой нубас просто. Так. В этой игрушке, кстати, с помощью сторонней модификации можно сделать себе мультиплеер, по-моему. Кооп. Но я не уверен. Что-то мне такое рассказывали просто. Так, полицейский участок сюда поставим. Потому что там что-то как-то не идет дело. Я так понимаю, здесь все транзитом прутся, да? А ну-ка посмотрим. Да нет, вроде. Может, можно какую-нибудь красоту построить? Фермерскую там, например. Узлы общественного транспорта. Ни хрена себе. Ни хрена себе! Конечные. Железная дорога и метро. Метро и междугородние автобусы. Нифига себе. Метро и автобусные станции. Солидно. Солидно. Я, честно, человек, который ни хрена не понимает, как это все строить, поэтому я буду потом это все читать, смотреть. Туризм и отдых. Давайте... Я не знаю пока, что придумать. Давайте народу какие-нибудь подарочки сделаем. Немножко разукрасим город. Так, здесь порыбачить можно будет. Разве? Ну, про кооп я всем впервые слышу, на самом деле. Ну, ладно. Так. Стой, подожди, а как оно работает? Я все неправильно сделал, да, я так понимаю? Да. Так, украшения, смотрим дальше. Вот здесь вся пустошь, где вообще ничего нету. Поэтому я бы просто ребятам уже что-нибудь построил бы. Какие-нибудь развлечения в городе. Принесем тогда вот сюда.
я заплю суши. Так. Морское строить, ну, такое себе. Так, давай парк здесь запилим как какой-нибудь. Ценник на жилье здесь надо поднимать. Тропический сад. Пойдет. Спасибо. Нифига там звон идет. Так, а что с водой? Почему ты здесь ругаешься? Можно схитрить, кстати, здесь сделать платный проезд. Просто испортить людям жизнь максимально. Так, а что здесь за тупость идет? Подожди. Так, что здесь за туп? Светофор. Да, светофор идет в баню. Здесь он вообще никак не кстати. Пешеход здесь тоже уходит. Так, здесь расставим знаки. Здесь приоритеты, здесь уступают. Даже нет, вот так. Так, распределение полос. А, сейчас чихну опять. Ай, бля, ай, бля, ай, бля, 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 бля. Все, микро выключи. Все. Я надеюсь, вы этого не слышали. Я сейчас тестировал выключение микрофона. Так, на мосту не будем затупо делать по перестраиванию. Пусть каждый сам свой ряд берет заранее. Так. Вот. Все, оно должно сейчас работать. Нет, все равно тупит. Вот это мешает. Здесь парковаться надо запретить. Забирает целую линию. И здесь, кстати, тоже. Во! Мост разгрузили. Идеально. В смысле никто мусор не вывозит? Ты что, дурак, что ли? Где мусор не вывозит? Один дом всего лишь. Сейчас все два мусоровоза уже едут. Даже три. Пробки. Мини-Москва же. Опять с водой проблемы. Вроде не несет.
Вроде даже все нормально работает сейчас. Обратите внимание, это даже, по-моему, моя первая импровизация по городу. И вот сейчас на стриме за 2,5 часа более-менее удалось его стабилизировать. Я, кстати, повторы стримов буду пускать через функцию Твича. Скорее всего, где-то в 2 либо в 4 МСК. Повторы вчерашних стримов буду теперь каждый раз запускать. Так сказать, будем набирать актив. Так, вопрос. А у меня эта же часть города доступна, да, же получается? У меня же тут охренеть сколько места. Может, здесь что-нибудь уже начать строить? Или пока лучше стабилизировать вот это? Наверное, пока лучше прятнуться. Я пытаюсь вспомнить, где как вот эти фермерские всякие штуки. Так, а может зоопарк где-нибудь в центре сделать? Ого, как раз зоопарк построим. Так. То есть им ребятам надо какой-нибудь парковый тоже построить. О. Так, электричество провести. И прокинуть воду. Самая богатая улица за счет того, что здесь очень такой будет мажорный вид блатной, и будут всякие крутые парки. Так, вы пока не застраивайтесь, потому что надо тут доделать. Балтийская жемчужина будет. Сейчас вот мини-пляжик как раз будет. Электричество мы сейчас немножко переиграем.
Так. Плавучее кафе. Можно сделать вот сюда. Парк для выгула собак. Делаем вот так. Так. Это тоже маленькая достопримечательность будет. Поехали. Посмотрим, что из этого выйдет. Долго, думаю, сидеть не будем. Может, рядик скинем и пойдем уже отдыхать. Сейчас пару еще моментов доделаю в этом городе. Так. Так. Заводики надо расширить. Я понял. Сейчас будет все. Так, а электричество здесь сильно влияет? Надеюсь, что не сильно. Поехали посмотрим. Так, здесь надо выгрузить.
Она просит уже районы делать новые. С коммерции. Тогда сейчас утро наступит и перестроим тот, ту часть. Уже будем переселять город. Поехали. И сразу же строим компромиссное жилье. Вот так. Сразу же всех, кого выселили, переселяем сюда. Вот таким вот образом. Все. Вот здесь сразу сейчас новые коммерческие зоны будут образовываться. По крайней мере, должны. Да, свалку одну закрыл, так уже все, сразу загибаться начало все. Нужно дублер добавить. Система сразу вышла из-под контроля. Так, а что тормозит здесь? Почему здесь светофор?
Как, кстати, общественный транспорт используется? 312 в неделю. Все еще очень хреновато. Все в пробках. Ну, есть такие аспекты, которые надо очень срочно проверить, поэтому иногда на ускорение ставлю, да. Вот, например, сейчас надо посмотреть, сработает ли со свалкой все. Все, свалки уже поехали, не вывозят. Надо что-то строить новое. Так, давай-ка сейчас решим вопрос. Утилизационный завод. Например, вот сюда и сюда. И центр переработки отходов можем сюда поставить. И, например, мусоросборщики вот здесь поставить. Да, мне кажется, здесь нужен вообще огромный комплекс, поэтому ставим его сюда. Посмотрим, поможет ли оно. Так, вопрос, а почему здесь затуп какой-то на въезде в город? Я не понял. Так, светофор здесь точно не нужен. Так. Не, вот здесь лучше уступи. Значит, они никогда не уедут. Так. Вот здесь парковаться нельзя, 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 нельзя. Нельзя. Нельзя, нельзя. Мне кажется, потому что дело в трех полоске, которая уходит в двухполоску. Я могу здесь ее расширить. А ну-ка, стой, 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 стой. Сейчас будем исправлять. Так. Перестраиваемся только по... Только вот так. Да хорош там. Так. Перестраиваемся только вот так. Так, здесь уходят только в один ряд. Здесь только прямо. Здесь только на разворот. Вот этот ряд, он уходит только сюда и вот сюда. Это только на разворот. Ай, да по ушам больно, отстань. Что там бьет такое? Кладбище, что ли? Да, часовня. Так. Вот этот ряд уходит только направо. Эти прямо уходят. Так, нет, сюда лучше не пускать его. Ну, посмотрим, сработает ли оно. Ну, хотя бы быстрее стало работать.
Привет, я играю только с одним модом на трафик менеджера, а остальное все DLC. Нет, оно все равно затуп дает. Так. Попробуем это переделать вот здесь. Они все перестраиваются в один. Надо им запретить перестраиваться. Это, знаете, такой мем, я запрещаю вам перестраиваться. Разрешим перестраиваться только в один момент. В остальном нет. Они все просто лезут в одну кучу, и поэтому тут немножко затуп происходит на въезде. Я так понимаю, здесь тоже светофор, да? Вот здесь светофоры по главной линии надо убрать. Они создают затупы. Здесь переход убираем. Здесь разрешаем без остановки движения. Вот здесь мы это меняем. Слушайте, а по-моему работает. А ну-ка ускорим. Ну, по крайней мере, это уже лучше, чем ничего. Так, а что, они здесь лезут в один ряд? Подожди. Да, я вот здесь забыл справить. Хитрые задницы, а? Нет, вот здесь только прямо, народ. Нельзя так. Убирайте заранее ряд движения. Во! Воля! И пробок больше нету, смотрите. А то я думаю, почему у меня мусорки тупят? Они не выгружают ничего. А там хоп, смотрю, и все. Система накрылась из-за этого. Так, оно просит, чтобы я уже начал строить все новые жилые зоны. Вопрос, что мы можем переселить? Мы можем переселить окраины вот здесь. Давайте этим и займемся, собственно. Раз, два. Ребятки, извините, но мы вас в окраины выселяем. Так, мы вот здесь зоны заменяем просто. Это просто естественный вариант будет здесь, на самом деле. С учетом того, что это быстро растущий город. Ой, слушай. Дядя Саша Дмитриевич, он меня задушит. Так что какой из меня мэр? Все, вот здесь переселяем их. Thank you.
А вот здесь, кстати, я что-то типа лагуни хотел построить. Очень красивые. Потому что мне вот этот уголок очень понравился. О, уже в чипере там присылают который раз награду за самый привлекательный город. Мне тут, мне тоже нравится то, что я делаю. Только вот несколько транспортных систем тут немножечко дали сбой на самом деле. Хотя вроде смотрите, все стабильно работает. Единственное, что затуп на вот этой главной линии. Но он... Ну, я его уже максимально пофиксил. Его просто уже невозможно. Так, ну что, здесь оно перестроилось, да? Оно просит, чтобы я расширил заводы. Хорошо. Ладно. Так. Оно просит, чтобы я воду провел. Только заводы, скорее всего, надо уже в эту сторону выстраивать, потому что там уже слишком близко к жилью. Так, ну давайте, поехали. Следующая улица. Так. Нет, вот здесь. Пока этого хватит. Под заводскую территорию. Да, они такие моменты проработали. Причем очень знатно. Искусственный интеллект Адиспа они повысили знатно. Но тем не менее, несмотря на то, что там он все равно тупит слегка, но все равно я считаю это прорывом. Может, кстати, на этой неделе еще и Sims 4 постримим. Я уже почти скачал. Я вообще хочу еще игрушку Transport Fever 2 запустить. Я думаю, те, кто мой YouTube-канал смотрит, поймут, о чем речь. Это когда я транспортную империю строил. Но я YouTube-прохождение не буду включать. Скорее всего, я буду с нуля проходить. Удачи. Спасибо, что заходил. Я уж тоже думаю скоро сваливать. Потому что, в принципе, я уже основные моменты уже все сделал. По остальным... На самом деле, тут в этой игре очень много возможностей из-за того, что у меня DLC куплены все. Да, спасибо. И проблема в том, что по многим я хз как что управляюсь. Потому что мне надо сидеть это все изучать и смотреть видосики, гайды. Вот сейчас то, что я построил, это по гайдам. Более-менее. Не, ну... Что-то взял за основу и стал импровизировать. Какой-то своеобразный береговой город получился, кстати. Ага! Оно жилье просит. Вопрос, мы можем тут переселить кого-то еще? Ну, одну улицу только. Самые частые ошибки, которые делают на старте игры, это сразу такие зеленые районы
плотные, дорогие пускают. И в итоге никто не приезжает. И бюджет начинает уходить в минус. В принципе, по City Skylines на канале вижу, что фидбэк какой-то есть, какой-никакой. Поэтому можно пытаться еще вот дальше стримить. Население 20к уже. Я сейчас смотрю, пытаюсь расширять его. Да. О, мусорка перестала тупить. Вот как-то вот так оно выглядит сверху. Вопрос, если тут кто-то из шарящих есть, аэропорт когда стоит начать строить? Наверное, уже после 30 тысяч населения. Так. Резервуар построим, давай. У нас тут своеобразные городские запасы будут. Так, а что с канализацией? Почему он здесь, говоришь, недоступно? Подкачки, что ли, нету? А, так, сейчас вопрос. У меня метро там условно одна линия, и там еще и автобус есть. Так. Ну, давай я подкачку здесь сделаю. Две штуки. Я больше с учетом того, что я... Здесь больше учета то, что я только-только учусь играть, к сожалению. Так что, если что-то не так сделаю, извиняюсь, не бить ставками сильно. Недостаточно клиентов. Мусорщики все в пробках опять стоят, походу. Так, ну что, только вот здесь район расширяется, скорее всего. Давайте я его попробую провести вдоль берега. Вот примерно вот такого формата. Да, мне эта карта изначально понравилась. Я любитель подобного ландшафта. Когда ты строишь на островах. Ну, если это можно остров назвать. Я, кстати, только не помню, как это называется. По большей части я рандом выбрал. Так. Так, проведем вот такую. Такой квартал. Я сразу там еще и задел на будущее делаю. Мне кажется, скоро надо начинать возиться вот с этим районом и его тоже начинать переселять на
более плотные высотки. У меня типа в голове какой-то такой набросок был, что вот это типа мажорного центра, вот это все. А вот это обычный там окраины гетто и так далее. Да, вот в этом и прикол, что так интереснее строить. Особенно, когда ты вот такие мини... своеобразные городские дороги строишь. Ну, вот, конечно, колхоз получился вот в этом плане. То, что я дамбу здесь построил. Жалко, что на ней нельзя расширять сеть полосы. Мне пришлось построить дублер, потому что... перегруз по трафику был. Хук, привет. Только похоже же, что у меня опять мусорщики все в пробке стоят. Либо потому, что у меня выгрузка здесь идет. Так. Очищение завершено. Давайте, ребята, обратно в строй. Все-таки, мне кажется, вот здесь пора уже участок дороги расширять. Потому что здесь уже затупняк какой-то пошел сплошной. Потому что народ здесь прется транзитом. Так, это кто? Высшая школа. Сорян, нам придется передвинуть. Так, что мешает? Площадка. Так, два здания. Так, именно вот по этой улице они постоянно просто транзитом, поэтому я вот здесь буду расширять. Можно, конечно, трафик-менеджером вывести эту улицу, но... это надолго не хватит. Примерно вот так оно выглядит. Так. Буль-буль-буль. Как говорится. Мне вот интересно, а стоит ли начинать... У меня вот здесь куча территорий за глаза. А я все ввожусь вот с этими районами. Стоит ли начинать новые? Или пока лучше докончить, стабилизировать старые? Скорее всего, лучше старые пока стабилизировать. Ну, строить квадратом — это классика, наверное, скорее всего. Всего Ситиса. Зачем строить классика, когда у тебя есть возможность строить различные другие дороги. Свободной формы.
Так, тут стык на въезде закончился. Я этому очень рад. Только я не очень рад, что у меня мусорщики стоят где-то в очереди. В пробке, вернее. Вообще, где они катаются? Посмотреть бы. Я так понимаю, что сельское хозяйство, всякие вот эти промышленности, они добавляются уже через этот DLC, я только не помню, как оно называется. Там штука такая, что надо сидеть и читать про это все. Я так понимаю. Так, рыболовство. Мне чисто интересно сейчас посмотреть, а что оно себе представляет. Что здесь вообще в наборе? Здесь, наверное, зависит от карты. Что, где, что? Ох, ядрить тут загрязнение. Смотрите, морожка получилась. Так, ферма по выращиванию водорослей. Сахара много лучше не надо. Так, вопрос. Так, рыбная промышленность. Построив рыболовецкий порт, вы сможете использовать инструменты рыболовный маршрут, чтобы прокладывать все рыболовные маршруты. Рыболовный маршрут. Того. Так. Ну, короче, я понял, что оно себе представляет. Здесь основной вопрос. Сколько они будут давать по итогу? Будет ли это прибыльным? Так, а вот здесь, я так понимаю, здесь какой-то участок по нефтяной промышленности. Так. 9600 единиц в неделю. Я так понимаю, здесь надо разместить промышленный район. Я сначала размещаю промышленный район. И потом выставляю ему специализацию. Я понял. Примерно вот такого формата, наверное. Промышленная долина. Задаю специализацию. Или я кликнуть должен просто куда-то? А, это для другого района, я понял. Так, получается, я сейчас составлю вышки, да? Так. Главное здание. Короче, что я делаю? Я прокладываю дорогу, да? Сильно я с дорогой сейчас заморачиваться не буду, я сделаю это немножко иначе. Поднимаем мост.
Берем его вот так. Скидываем его сюда. Немножко ускорим, чтобы пропустить ночь. Так, ставим главное здание. По идее, у нас рабочие места должны появиться после этого. Сейчас мы ставим вышки. Так. Давайте проведем обычную дорогу сюда. Так, обычная дорога. А теперь я должен поставить вышку. 9600. Первая вышка. Ну давай, пойдет для этого. Так, перерабатывающая теперь. Выкачивание среди нефти скважины. Так. Переработка нефти и бензин. Так. Мы сюда проводим электричество. Здесь как раз можно ветряк поставить. Так, водопровод сюда скидываем. Вроде получается пока нормально. Так. Дальше что должно быть? Нефть идет. 302 работника. Ядрить там их хреначит. Принести здание, открыть панель бюджет. Так. А что, теперь надо какие-то еще делать? Так, склад нефтяной промышленности. Его надо поставить подальше, я думаю. Ограждение нефтяных предприятий. Ну, здесь смысла нету ставить. Так, нефтебаза. Ага. Бараки. Ну, скорее всего, их надо поставить вот здесь, чтобы они жили вот здесь. Ремонтное здание поставим вот... Ну, давай. Я не знаю. Вот здесь, что ли. Теперь осталось понять, как их вообще запитать. Что нужно сделать. Так, вроде... Смотрите, процесс, кажется, пошел. Мне интересно посмотреть, какую копеечку оно будет давать. Оно вроде что-то поехало, начало выкачивать. Используются две фуры.
8 баррелей уже. Так, теперь склад нефти, наверное, надо поставить. Ой, бензин, вернее. Так, а где хранить вот этот бензин? Боже. Артур, я тебе по жопе дам сейчас. Господи, расслабился уже. Так. А почему оно нефть не везет? До сих пор нету. Так, не понял, стой, а почему район-то умирает и начал? И тут что-то умирать начало. Тут вроде пока все нормально. Работников нет, что ли? Ну тут уже ничего не поделать. Так, а кто это? Что это? А. Резервуар забыл подключить. Все, по итогу. Так, оно что-то куда-то повезло. Нефтевоз. Так, 25 заполним. Господи, все. Извиняюсь, я уже поехал немножко. А, во, слушайте, оно заработало. Во, все, оно поехало. Ехало, ехало, поехало. Так, и чё? Есть у нас какая-то прибыль уже? Там вроде нефтехимический завод можно построить, кстати. Давайте пока посмотрим, что у нас... детская больница. Здравоохранение. Доступно все. Здесь отлично. Источник пожароопасности. Я бы еще одну станцию вот здесь построил бы. Вот сюда еще одну станцию. И на всякий случай одна вышка у нас должна быть вот здесь. И поликлиника вот здесь. Так, высшая школа, не хватает мест. Угу. Ну, мне кажется, куда ее можно построить? Сюда. И еще...
Где же фарш? Добро пожаловать на борт! У нас тут, типа, своя фишка каналу. Чё-то хотел свое придумать. А чё у меня уведомление тут тупит? Оно такое, немножко замедленное. Мне такое впервые говорили. На самом деле. Да, мне кажется, у меня обычный голос, на самом деле. Просто у многих... у многого молодняка он очень часто ломается и становится похожим на чьи-то голоса. Такое часто бывает. Сколько случаев у меня уже было. Так. Ну и вот здесь школу еще построить. Ну... Здесь зрители у меня есть, конечно, старшие. Ну, меня-то точно, да. Старше 25. Но в основном это все молодняк от 17 до 20. Так. А что, еще один универ надо построить? Получается, да? А я не знаю, куда его построить. Тут все очень плотно. Придется его строить вот здесь где-то. Нем. Так. Вопрос о публи... Вот здесь, короче, посетители публичной библиотеки 10 штук. Ну, 10 человек. Число места 100. Это так мало, потому что на меня задница где-то находится, условно говоря. Я так понимаю. Так, начальная школа. Ну, давай вот в этом районе сделаем. Еще одну вот здесь. Так. А Park Life, это, я так понимаю, это DLC, который позволяет строить свой парк, кастомизировать и так далее. Если я не ошибаюсь. Так, ладно, что у нас по нефти-то в итоге? Тут по часам уже... Ну, 900 бачей. У меня весь вопрос, а... Куда оно вывозит? Оно на заводы вывозит? Я так понимаю. Едри, тут пробочка началась. Пробочка. Так. Но здесь переход надо запретить и разрешить проезжать без остановки, если оно вот так называется. Так, ну понятно, светофор все тормозит.
Светофоры вот здесь убираем. Светофоры в таких ситуациях здесь это зло. Я так думаю, почему у меня мозг затормозился опять. По итогу как-то вот так оно получается. Так, оно просит расширить. Так, чё, дяди полисай опять недоступны, да? Мусорщики опять в пробке, да? Вопрос, а почему они все прутся по мосту, когда я им построил линию? Отправляться домой. Так, а по транспорту у меня что? Мне кажется, надо линию какую-нибудь локальную сделать. Или хотя бы ребятам такси сделать. Так. Одну вот здесь, вторую вот здесь. Третью вот здесь. Так, давай возле метро. Сначала вот здесь, в районе, и вот здесь. Но еще можно вот эти районы подцепить. В районе коммерции тоже и заводов. Подцепим такси. И вот здесь. Все, сильно баловаться теперь не будем. Экскурсия. Так, это что? Почтовая служба. Ой, я только-только узнал, что тут почта есть. Вот что значит, когда ты купил все DLC и только-только начал их изучать. Я думаю, что почтовый центр нужен... Служба вот здесь, в районе. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. Ну еще вот здесь где-нибудь. Так, а почтовый сортировочный центр? Скорее всего, локальный будет вот здесь где-нибудь. И основной вот здесь где-то. Как-то вот так, короче. Сразу, смотрите, обратите внимание, после таких манипуляций сразу востребованность жилья выросла.
Так, ну что? У нас места доступны до сих пор, да? Да, отлично. Уже почта покрывает практически весь район, отлично. Мне это нравится. Одобряю. Так, что... Вот это, монорельс. Канатная дорога. Ну, канатная дорога, это потом уже катапарк будем свой строить, наверное. Так. Давай локальный какой-нибудь сделаем. Так, ну что, опять он тормозит, да? Так, а ну, мне уже выпрашивается вы квартал построить. Understandable, как говорится. Ну тогда у меня есть предложение. Немножко уже начать перестраивать систему. Так. Немножко переселим народ. По эту улицу начинаем уже делать высотки. Так. Вот немножко надобности спау в жилье. Скажите, красиво же получается, ребят? Я не знаю, у меня не было никакого плана в голове по строительству. Это чисто все моя импровизация. Это, может, у меня какие-то обрезки из памяти, типа, когда я путешествовал, может быть, по городам, там, я не знаю, запоминал. И чисто как-то вот так случайно получилось, мне это все построить. А! У меня она съехала случайно. Чё ж вы, ребята, не сказали-то? Я просто после прошлой игры не успел, вернее, забыл ее переставить. У меня трансформация окна, захват экрана очень плохо срабатывает. Это под каждую отдельную игру надо подгонять экран. Так, ладно. Лучше, значит,
Что сейчас делаем? Сейчас быстро мы доделаем здесь линию. Мне по-хорошему оверредэч надо уже. Я просто рейд скину, заработайте дополнительные 250 баллов. ПВП-поинтов. И может быть завтра продолжим Sims. Фу, не Sims, а этот... Cities Skylines. Те, кто не зафоловился, рекомендую это сделать, потому что у нас ламповая дружелюбная атмосфера, у нас очень много разных симуляторов и очень много веселья. Я хочу сейчас вот здесь линию сделать. А, стой, стой, нет, наоборот. Мы сейчас вот эту линию перестроим. Я хочу сейчас вот здесь коммерцию перенести отсюда. Ну, я взялся играть с бесконечным балансом, потому что я чисто хотел симпровизировать и что-то попробовать построить. Потому что я 100 лет назад в эту игру играл, по сути говоря, и хотел вспомнить навыки. Плюс, с учетом того, что я еще скупил эти... А, все DLC. Мне хотелось попробовать. Еще и с ними. Во. А ну-ка, если оно так сейчас работает. Эрвольф, привет! Вы знаете, в чем приколюха? Я совсем забыл, что у меня 2 окна открыто в ОБС-ке. Мне надо было еще дополнительно нажать, чтобы оно убралось. Я просто ее передвинул аккуратно. Знаете, кстати, на что похоже? Это как в GTA 5 вот эти улицы в Вайнвуде. Или в какой-нибудь там Бразилии. Еще бы немножко горной местности, это реально было бы похоже. Ёпперный театр, что тут все умерло-то? Сейчас, секунду. Вопрос, а в чем проблема? Почему у меня заводы умерли? Это потому что народ сюда не приезжает? Очень дофига населения. Типа, наверное, потому что на Русь не приезжают, я чисто так предполагаю. Типа... Сколько, кстати, процентов уже заполнили? 11%. Нормас. Ну, типа, весь вопрос в том, что... Что сделать? Сюда общественный транспорт надо прокинуть, наверное. Я пока просто еще не допер до конца. Можно попробовать это решить с помощью метро.
Так. Мне знаете, что нравится в этой игре? А то, что когда ты делаешь линию метро, оно типа как поезда там как будто из ниоткуда появляются. Это типа как Cities in Motion 2. Ой, нет, не 2, а первая часть. Типа помните кто-нибудь? Типа транспорт там из ниоткуда. Это классика просто. Я хочу попробовать сделать это вот так. Пересадочный узел. Так. А что за перебои с электричеством? Опять не хватает. Сколько атомные вывозит? Пошли, короче, за городом уже атомную строить. Я задолбался. Вот это с запасом должно быть. Это вот реально должно быть запасом. Линия метро пока еще только раскачивается, я понял. Ой, господи, вы не представляете, наверное, как я залип играть. Это реально тот жанр игр, где ты можешь зайти и полдня потерять. Я каждый раз, когда сажусь в подобные игры играть, я отваливаюсь и залипаю. Сколько времени я потерял, играя Cities in Motion, Cities in Motion 2, Transport Fever, Transport Fever 2 и вот City Skylines. Вроде как оно стабилизировалось с того. Ребят, ладно. Мне уже просто, в принципе, надо вердыщи. Если вы мне позволите, я просто классной питерской девочке передам рейдик. Напишите от меня там приветик. Поддержите ее тоже. Она тоже недавно начала стримить. Она как раз только-только компонентку взяла. И только-только как раз... соточку набрала. Все, ребята, спасибо всем, кто сегодня со мной был. Я очень рад со всеми познакомиться, кто, короче, не зафоловился. Зафоловьтесь. У нас тут веселье.
Дискорд, ссылочка в описании. И у меня можно в телеге, в моем телеграме отслеживать меня. Ссылочка вот появится вот-вот. Блин, я ее потерял, зараза. Сейчас просто 250 баллов заработайте. Это чисто будут самые легкие для вас. Все, ребят, всем спасибо, всем удачи.